Удмуртия готова. Один из первых регионов, который подготовился с точки зрения технического оснащения. Это холодильные, морозильные камеры специальные, это подготовка, значит, специалистов. У нас уже ведется очень активная вакцинация, почти 1000 человек. В настоящий момент более 5000 вакцин у нас уже имеется. Буквально в течение недели мы доведем где-то до 29 тысяч, а до 1 февраля у нас должно быть более 69 тысяч вакцин. То есть у нас около 32 тысяч, значит, человек заняты в системе образования, примерно столько же в системе здравоохранения. То есть вы понимаете, что мы уже выходим и на другие категории, собственно, граждан, которые будут получать вакцину. И в этом смысле мы с вами должны понимать, что нагрузка на систему здравоохранения, на врачей, средний медперсонал будет очень большая. Здорово, что те вакцины, которые первые 42 и вот 1300, которые в декабре, в начале мы получили, вот иными словами, те 1000 человек, которые сейчас вакцинировались, без каких-то побочных эффектов, без осложнений. Это говорит о том, что вакцины, которые мы получаем, они с достаточно высоким процентом эффективности действия. Поэтому мы полностью готовы к вакцинации.